Карты. Так, я привлек ваше внимание. Добро пожаловать на Sotum 2021. Если вы на канале Venilus, то мы уже транслируем. Вот если вы напишите в чатик, то все увижу. Я смогу ответить. Меня зовут Грегори. Я сижу в Великобритании. И впереди у нас классная конференция. Вижу в чатике, как вы аплодируете и шлете сердечки. Это очень классно. Venilus — это платформа. Можете зайти, если есть билет. Если у вас нет билета, смотрите, мы заходите, пишите в Twitter, пользуйтесь хэштегом Sotum 2021. You'll find out that the scent of the month is a peely apple. The SOTM 2021. Да, пользуйтесь хэштегом Sotum 2021 в Твиттере, в Инстаграме, заходите в канал Телеграма. В России это Росом, наверное, будет. Of kind of media here. I'm just now seeing your comments. Да. Yes, I do practice shouting. Вижу, вы комментируете. Да, я тренируюсь кричать maps. And apparently maps is an anagram of spam. Да, и похоже maps это анаграмма спам. Но мы не будем это обращать внимание. Some of you have been joining it for the last couple of hours. You can click around and discover. You'll see on one link near the top there's the info desk and the sponsor booth. На Venilus вижу, все подключаетесь. Сейчас Грегори рассказывает на фейс. Если вы что-то забыли или что-то интересует, Venilus нажмите на инфодеск. Нажмите на information, там куча разных ссылок на использование этой платформы и прочее, прочее. On there you'll also find a link to our code of conduct, because we want to be welcoming a friendly area, friendly conference and community that we are a lot of the time. But if you've got any concerns about something you're feeling uneasy, если вы чувствуете себя неуютно в чатике или кто-то какие-то странные замечания делает, то у нас есть команда хорошего поведения, на которой в том числе я, Грегори. Вот, напишите им, и мы разберемся. And of course, if you're feeling uneasy, you in the first instance you can talk to the person and tell them they're uneasy. Да, ну, разумеется, хорошо поговорить и лично с человеком, но если это сложно, пишите по личным каналам. Вот, так что у нас есть инфодеск, есть code of conduct, правила поведения, и видите себя хорошо. Вот, рядом с инфодеском у нас есть стенды спонсоров. У этой конференции действительно есть спонсоры. Вот, они очень помогли, потому что система добровольцев, но мы платим за веб-сайт, за базу данных и прочие системы. Вот, особенно спасибо спонсору золотого уровня. Esri, Facebook, Google, Grab, вот тут эти все. Mapbox, Grab, Mapbox и прочее. Вот почти у всех из них есть стенды спонсоров, так что заходите на Venilus и посмотрите информацию, и там есть люди, с кем можно поговорить, если у вас есть вопросы насчет того, что они делают. Что еще? На платформе Venilus есть куча разных разделов. Есть самоорганизованные сессии. Там есть обсуждение каких-то тем, связанных с OpenStreetMap, или просто встречи, групповые встречи участников.
вот по странам или регионам, например. Да, так что заходите, поговорите с ними. Можете организовать, если у вас есть билет и вы внутри Венлис, можете организовать. После каждого выступления мы пригласим спикеров в специальную комнату для общения. Вот. И заходите, если хотите обсудить тему, то выступающие будут в этой комнате пост-толк чат-рум. And good way to chat. And if you're not interested in the current main talk on all the main talks, все выступления с первой дорожки записываются. Perhaps you're joining us from a different time zone, and kind of there are no talks on when you join us. Well, there's the Mappy Chit Chat Lounge, which you can just go in with your camera or just your microphone. Если вам не интересен нынешнее выступление, вы можете зайти в лаунж Mapping Chit Chat и включить камеру, и просто включить микрофон и поболтать с людьми, которые там отдыхают. Обсудить тирование или технологии. Вот. И, разумеется, есть глобальный текстовый чат. Because there were lots of chats in the 2 hours that we've had this open. You've all been chatting loads. Вот вижу, люди там постоянно пишут и используют эмоджи. Вот и пишут, кто откуда, и люди заходят из Испании, Албании, Греции. Некоторые флаги я даже не узнаю. Из Уганды. Ой, я не единственный человек из Великобритании. Еще Гана, Германия. Не так мало из Германии. Вот. Ну, в общем, полно людей подключаются со всего мира. Это очень круто. Так что все довольно прикольно. Заходите на Venlinus, пользуйтесь вкладками. Вот, если что-то непонятно, опять же, Venlinus, заходите на InfoDesk, и на все ваши вопросы там будут ответы. Вот, у нас сообщество друг друга поддерживает, вам помогут. Two things next every talk. There's the chat, just for mentioning things about the talk. The conference is also the questions. Вот, если вы смотрите это выступление через Venlinus, есть вкладка для вопросов. Пока что вопросов там нет, но если у вас появятся, пишите их туда. Вот. И, кажется, это все, что я собирался говорить. Сейчас проверю еще список, что нужно упомянуть. Да. Во время доклада пишите вопросы во вкладку «Questions». Все выступления заранее записаны, но после выступлений будут сегмент с живыми вопросами докладчика. Вот. Так что если вы зададите им вопрос, они ответят на видео. Вот. Ну и напоминаю про чатик после выступления. Вот. Мы распродали все 800 билетов в Venlinus. Вот, и я вижу, что в глобальном текстовом чате что-то типа 200 человек. Можете связаться с кем угодно через прямые сообщения в Venlinus. И, в общем, все. У нас офигенная программа выступлений. Сегодняшняя тема что-то типа «Как OpenStreetMap изменяется и что мы можем сделать». Потом будет академическая тема с выступлениями, которые выбраны нашим, ну, так сказать, научным сообществом. Вот, так что тема заполняет всю пятницу, субботу и воскресенье. Вот, и в самом конце я еще немного расскажу про то, как мы организовали эту конференцию.
и что мы планируем на следующий год. Вот, должно быть интересно. Так, сколько человек онлайн? Я вижу 220 человек в текстовом чатике. Ну, короче, больше 200 человек. And as I say, there's the live stream on the website. So if you know someone who should be listening to talk, если вы знаете кого-то, кто, кому может быть интересно выступление, они могут зайти через веб-сайт. Стоит, если вы смотрите стрим, привет вам всем. Вот. Вы можете все еще задавать вопросы, так типа Твиттера или Телеграма. Вот, и может кто-то, кто смотрит Friendly, скопирует ваш вопрос на канал. И вроде все. Многие спрашивают, почему, как Google спонсирует State of the Map. Ну что я могу сказать, зайдите в Friendly, вкладку Google и спросите у них. Nobody is telling me that I've forgotten anything. Так, никто мне ничего не пишет насчет того, что я что-то забыл. Что хорошо. Да, можете задать вопросы. Talk on a specific subject, so you probably don't have any questions here, other than that one that you just asked. Мы начинаем примерно через 10 минут с нашим первым докладом. On the ticket system, there are currently 208 people online. So it's quite big already. I know you will be lots of. Я знаю, что многие из вас подключаются из разных часовых поясов. We'll try and catch you up. I'm the session host for this morning, but I think some of the later session hosts. Вот и которые это не слышат, но я думаю, что позже вам расскажут примерно то же самое. И про переводы совсем забыл. Если вы меня не понимаете, потому что английский вам чужд, то сейчас идет синхронный перевод. Добровольцы переводят на разные языки. Это мы впервые пробуем в этом году. Вот. Чтобы слушать перевод, зайдите в Mumble. Ну, собственно, вы все уже в Mumble. Да, и сейчас включат перевод на русский, чтобы могли слушать русский. Странно. Вот, у нас добровольцы переводят на 6 языков. Будут переводить все выходные. Привет, Янок. Вот. И здесь я, пожалуй, закончу. Вот сейчас будет перерыв между выступлениями. И примерно через 7 минут нам Илья расскажет про редакторы карты. Так что, да, увидимся через...